Эге-ге-ге-ге-гей! Вот так легко Костя разворачивает свой замечательный вирус. Наши люди в булочную на такси не ездят. Костя в гости прилетел. Как? Какими судьбами? Просто так? Просто так. Просто так. Да, почему? Как ты говорил раньше, одному дону не слетать. Почему бы, да, одному благородному дону не слетать к другому? Техника меняется, доны остаются. Расскажи, как тебе аппарат? Слушай, здорово. Я специально взял верхнее крыло, чтобы смотреть вниз. После вертолета сел, эта панель, ничего не вижу. В бок смотрю, там крыло. Понял, что мне только верхнее крыло, чтобы это вниз смотреть, потому что я люблю больше путешествовать. Вот, и взял с верхним крылом, ну, хороший аппаратик, у меня у друга такой, поэтому мы решили, поскольку путешествуем, надо, чтобы в идеале два одинаковых, один рейндж, один эндуранс, все одно. Он может лететь 55 узлов на закрылках, даже 50, и может лететь у него круизная максимально 134. При этом жрет он, ну, там, в круизе, ну, до 20 литров обычного Могаза. Угу, то есть не как твой вертолет. То есть после вертолета, да, мне очень приятно было там пролетать 1000 километров и заправляться на 100 евро всего. То есть дешевле, чем на машине. У нас есть ролик, где Костя меня катает на БОС-100. БОС-105 в вертолете, очень веселый ролик, очень весело полетали, но БОС-105 жрет бочку 200. 200. Да, на этом можно пролететь 2000, как на бошке 1 час. Да. 1 час, да. Ну, зато вертолет веселый. Ну, времена меняются, не до жира. Да, не до жира. А летать но планера-то ты не забрасываешь? Не, планер у меня же в вино не стоит. Ну, я так, а то подумаешь, что пересел на самолет. Не-не-не. То есть это утилитарная штука для путешествий? Это для путешествий, да, это для путешествий. Мы только что с Сицилии вернулись. Вот, летали на двух одинаковых. Вот, очень здорово. Я даже не знал, что огромное количество аэропортов вообще никто денег не берет. То есть я привык, на вертолете садишься, тебя все время что-то хотят. Раздувай, ну вы же богато. Денег, да, богато. А тут прилетаешь, тебе канистры привезли, ты перелил, никаких денег, ни лендинг физ. Я так еще ни разу не путешествовал. Мы вот сейчас вот в Сицилию слетали, вообще всю Сицилию облетели обратно. Шикарно, я доволен. Конечно, когда потоки, его потряхивают. Конечно, мы там попали было один раз, вот, когда боковой был до 30, он с лошадь был порывистый. Угу. А этот легенький, он 600. Но это сертифицированный вертолет. То есть, самолет. Сколько он весит? У него максимально 600. Ну, то есть это ультралайт, соответственно? Нет, это не ультралайт, смотри, это сертифицированный. Угу. Чем хорошо, можно базироваться на всех международных аэропортах. Они меня обижают иногда, говорят, о, ультралайт, ультралайт. И говоришь, нет, ракета стоит? А? Ракета? Да, парашют. Угу. Какой парашют. У тебя конторы? А? Какой конторы парашют? Вот ты спросил, да? Вот сейчас посмотрим, что написано. Мы же только что с Пипистрели парашют сняли. Так это что же Пипистрель? Ну да, я к тому, что с это Стауруса. Пипистрель, это у Пипистрели это единственная модель сертификационная. 100 лошадок, Ротекс 912. Ну и на этот, по идее, LPL идет, да? Легкая лицензия, до 600 килограмм. Да, подойдет. Я пока LPL получу. Ну вот он до 600 как раз LPL подходит. Да. Вот внутри, друзья, какое... Не, LPL подходит не до 600, а больше. Ты можешь налетать на Cessna, на... А тогда в чем у нее ограничения? До 2 тонн, по-моему, и только Европа, только ЯСА. Ага. То есть это чисто ЯСовская фигня. Раньше можно было после ТМЖ без теории сразу на PPL сдавать. Сейчас они сделали еще одну промежуток. Вот я LPL отучился, потом надо 5 часов налетать, но уже больше. И с инструктором и можно получать PPL. Разница только в том, что ты должен потренироваться летать под шторкой. Угу. Вот и все. Чем этот хорош? То есть, когда надо, ты сертифицирован, у него есть идентификационный номер, этот тип самолета PIVI, Папа Индия Виктор Индия. Угу. А когда надо, ты ультралайт. Отлично. Все как мы любим. Да. О, полная коробочка вещей. Багажник есть какой-нибудь там? Вот здесь вот. Ага. Там большой, кстати, багажник. Там поместится вот 3-4 коробки таких. Я просто коробки для планера получил, там всякие тейпы и прочее. То есть заехал, забрал. Ну, как такси используют, как машину. Да, что за... Автопилот, 2 гармина. Гармины, ну вообще. Автопилот есть еще? Конечно, вон, видишь, вот он наверху. Вот это же автопилот. Вот это. Слушай, вот я это. Автопилота в жизни не видел, поэтому... Где? О, вот, да. Вот он, автопилот. 2 гармина не светятся, но представь, они давай, очень... Включи. Ну давай. Вот, сейчас. Сейчас, с той стороны. Сейчас, друзья, чтобы показать вам во всем убранстве эту красоту.
триммер электрический, да? Триммер электрический, красиво. Автоматический регулятор оборотов двигателя, закрылки есть, как в планере. Воздушные тормоза. Эрбрейк. О, мы давай вот. Я на крылья покажу их. Давай, показывай. Так, ой, чтобы не поломать тебе ничего, показывай. О, да. Слушай, ну крыло у него как у пипистреля, только за концовки в другую сторону. Так-то. Ну, есть же такой же синус, только у него крылья побольше, на можно добавлять до 1.5 метра с каждой стороны, он будет 15-метровый. Вот это красота. Гарминчики. Да, ну вот здесь всякие режимы. Вот режим показаний двигателей. На одном одно настроил, на другом другое. Два бака. А, кстати, здесь еще авиагоризонт. Прикольный. Авиагоризонт. Вот это автопилот. Ну, основной инструмент. Вот, вот видишь, у него... 47 скорость сваливания с закрылками. То есть ты можешь лететь 47, а круизная у него 132. Ну это узлы, просто, чтобы не километров в час не подумали. Ну, то есть это получается у тебя 90 км в час ты можешь лететь. Даже, ну да, 90 км в час скорость сваливания, а максимально 250, и при 250 он жрет 20 литров. Ну да. Причем смотри, здесь прикольно, как сделано. Вот это вот баки, то есть ты видишь наружу, физически видишь, сколько в каждом баке осталось. Точно. Вот это самый простой способ, потому что все эти датчики... Нет, вот здесь вот есть датчик, вот он показывает, вот допустим, я к тебе прилетел, он показывает, что у меня осталось 19,7. А дальше ты визуально проверяешь, здесь вот меньше 20, и с той стороны, то есть он немножко даже занизил меня, а здесь литров 4 осталось. То есть у тебя осталось только домой вернуться? На час полета? Здесь, ну, в экономии здесь на час 20 в экономии полететь. Ну, там... я же Венон сейчас полечу. Ну, это, да, это 40, сколько, 40 минут, 30? Да, 30. 30? 30, да. Это мы поставили, чтобы с другом друг друга видеть и летать. Ну, а что это такое? А, это типа фарма. Фарма только? Да, здесь у меня, кстати, есть фарм. Он считывает фарм, вот, по эти самые датчики все. И он оборудован под ночные полеты. То есть, видишь, подсвечивается. То есть, они бывают оборудованы, бывают нет. Вот. Это обороты двигателя, а это мощность двигателя. Вот. А угол атаки винта, он регулирует сам автоматически. Автоматически включает карбюратор и автоматически включает ПИТО. То есть здесь, в принципе, несложно. И получается отрицательные закрылки, за счет этого он позволяет ему лететь быстро. То есть минус первой закрылки он может лететь... 132-134 круизная. Ну, вот. Соответственно, плюс на... Плюс один, плюс два, это посадочная. Парить пробовал? Нет, пока не пробовал. По идее должен. А винт не флюгируется или нет? Я не выключал двигатель еще. Я не делал эту процедуру выключения двигателя. Ну, надо сделать на самом деле. Вообще, по документам у него коэффициент 1 к 17. Качество 17, да. А, но я не это самое, не надо подняться, надо аэродром, да, выключить и посмотреть. Ну, собственно, да. Ну, красотища, поздравляю категорически с такой великолепной обновкой. Теперь у тебя есть и планер шикарный. Планер, да. Да, и вот такая. Самолет. Осталось вертолет. Осталось вертолет добыть. Хочу вертолет. Ну, это вообще, это полный комплект. Не, вертолет это полная свобода. То есть дарите полную свободу. Это-то хорошее. Ему надо 150 на посадку, 200 на взлет и все. И уже ты на самую маленькую полянку можешь садиться. А если что, есть парашют? А если что, есть парашют. Парашют, кстати, можно на 70 метрах, по-моему, уже сдергивать. То есть он уже выстреливает, и ты, по идее, не должен разбиться. Вот за что люблю Костю, за то, что веселый и любит свободу. Лучше не пользоваться, лучше не пользоваться, ну ложу. Друзья, ставим эти, как их зовут, лайки, чтобы сказать спасибо человеку, рассказавшему про свой замечательный самолет. И радуемся, что на планете Земля можно так вот смело путешествовать. Главное вот поставить мысль такую: я хочу летать, я когда-нибудь себе куплю там самолет, вертолет, планер и так далее. И потихонечку идти к этому. Мы ж не сразу пришли, а всю жизнь. К пипистрелю. Да, всю жизнь шли, можно сказать. Ты тоже к пипистрелю недавно пришел. Да, я пришел. Я обожаю. Я вот сейчас стоит Аркус за 400 тысяч евро и пипистрель за 100. И вот мне нравится больше пипистрель за 100. Пипистрель подороже. Ты сравниваешь не новый, не новый. Ну ладно, 180. 400 и 180. И честно, я... Это 220 новый стоит. Ставлю идею, что я, наверное, буду больше летать на пипистреле, меньше на Аркусе. Потому что настолько вот кайф. Вот сейчас осень, посмотрите, осень. Мы вчера с Денисом
Сейчас я ему покажу. Вот там вот под всеми этими облачками летали и так далее. Там, ты вчера говорил, вот до Пик-де-Бюра. В общем, все прекрасно. Денис, как тебе пипистрили? Отличная, отличная штука. Мне понравился больше, чем предыдущий планер. Да? Предыдущий был ДГ-500, который уже продали. Мы меняем планера как перчатки. И вам, друзья, удачи. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Костя, спасибо. Все,